Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, описание к ним. Бертолан Сикей, Миклош де Боци и его жена. 1861 год. Холст, масло. Сюжет картины Бертолана Сикея и Миклош де Боци и его жена относится к печальному периоду венгерской истории, когда ослабленное внутренними проблемами королевство не смогло отразить натиск войск Османской империи и попало под ее владычество. Художник создал произведение на тему личной трагедии. Личной трагедии людей, судьбы которых сломала война. После победы османов венгер Миклош де Боци бежал вместе с женой на лошадях. Однако они не могли уйти от погони, и тогда де Боци, чтобы любимая не досталась туркам, зарезал ее, после чего покончил с собой. Вдали пылает горящий город. Несчастные беглецы при приближении вражеских осадников прощается с жизнью. Рука солдата уже занесена. Ради чести жены он решился на крайний шаг. Вот такое описание картины Бертолана Сикея, Миклош де Боци и его жена я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».